Друзья, давайте поговорим сегодня о празднике России – День народного единства. В декабре 2004 года указом президента Российской Федерации утвержден новый государственный праздник – День народного единства. Мы впервые отмечали его 4 ноября 2005 года. Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. Праздник новый, но корни его уходят далеко в историю нашей великой Родины, героическим событиям 1612 года. Начало 17 века в истории нашего государства называют смутным временем. В то время не существовало единого русского государства. Было многочисленное количество правителей-самозванцев. Всюду царствовал разбой и беспорядок. Заметили, что ослабела Русь от раздоров до голода, обрадовались и выступили в поход на Москву. Русский народ ополчился против них. Большую роль в народной победе сыграли Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Страшный для России год. Вместе Минин и Пожарский в битву повели народ. Той победой мы гордимся в День народного единства. 4 века пролетели над Русью нашей с той поры, когда в бою мечи звенели и поднимались топоры. Пожарский с Мининым бород сплотили и сберегли родную Русь. И этот день в веках не сгинул, но в памяти людской живет. России не иссякнет сила, ведь эта сила – наш народ. История не раз испытывала на прочность Россию, но всегда побеждала единство нашего народа, основанное на любви к родной земле, на ответственности за ее судьбу. В честь той победы, когда Русь наша объединилась и выстояла, стали праздновать в России День народного единства. Прошлое учит нас быть сильными. Это праздник нашего народа и нашей Родины, и в нем заключается глубокий смысл. А почему он так называется? День народного единства. Давай поразмышляем, что такое народ? Это наши мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья и мы с тобой. А что такое единение? Когда все люди дружат друг с другом, живут в согласии. И не вредничают. Правильно. Единение – это когда все люди вместе. А как ты думаешь, кто такие патриоты? Это те люди, которые любят свою родину и готовы встать на ее защиту. А что тогда нас всех вместе объединяет? Наша родина! У человека есть родина. Для человека родина – это прежде всего место, где мы родились. Это наши родители. Родина – это дом и двор, где мы играем с друзьями. Но малая родина – это всего лишь часть родины большой, великой и необъятной России. Россия – это слово звучит гордо. Это родина наших предков. Богата Россия своей природой, лесами, реками, озерами. Я живу в России, россиянка я. Россия – это родина моя. Она милее мне всех стран на свете. В России небо голубее и зеленее трава. Здесь солнышко теплее и греет. У человека родина всегда одна, и это родина моя. В России живут народы разных национальностей. Русские, татары, коми, белорусы, армяне и многие другие. Все они дружат между собой. У каждого народа есть свои традиции, обычаи, танцы. Но все они связаны между собой тем, что у них одна родина – Россия. Еврей и тувинец, бурят и удмурт, русский, татарин, башкир и якут. Разных народов большая семья, этим должны мы гордиться, друзья. Россия зовется общий наш дом, пусть будет уютно каждому в нем. Любые мы трудности вместе осилим, и только в единстве сила России. История России учит нас. Порознь поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Так бывает и в жизни. Один успеет посадить дерево, а все вместе – сад. Один успеет положить только кирпич, а у тех, кто вместе взялся за работу, уж дом готов. Соединяет людей и народов дружба. Вместе они живут счастливо. Мы не должны забывать уроков истории. Сильна Россия только тогда, когда она едина. Очень много слов на свете, как снежинок у зимы. Мы возьмем, к примеру, эти. Слово «я» и слово «мы». И я на свете одинока.
в «Я не так уж много прока одному или одной трудно справиться с бедой». Слово «мы» сильнее, чем «я». Мы семья и мы друзья. Мы народ и мы едины. Вместе мы непобедимы. Россия – единая, могучая, бескрайняя и гостеприимная страна. Она протягивает руку дружбы и раскрывает объятия всем братским народам и добрым соседям, всем, кто желает жить на земле мирно и союзно. С днем народного единства! На планете, на земле пусть не ссорятся народы и не делят ничего! Всем добра, любви, свободы и хорошего всего! Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. Горниле победы сегодня, как старь, опять закаляется.